Оператор? Что, Сережка? Ух ты, шедевры снимаешь. Подожди, дай поиграться с пеной. Еще чуть-чуть. Я там не выключила, если что. Не выключила что? Я знаю. Все, сейчас будет мэджик. Смотри. Опача. Раз, сейчас и перетечет. Да ну. Это не про меня, смотри. Раз. И все. И вот так вот три раза. Ну, как в Турции. Оно, кстати, не должно так. Уже нет. Как раз вот так вот и должно. Оно не должно взрываться. Все, шедевр. Пена поднялась. Крема завязались. Катюня, занимай позиции. Я буду тебя сегодня радовать. Хочу тебя сегодня радовать. Хочу яичками порадовать. И всех Катюнь прямо на свете таки буду удивлять. Друзья, всем привет. С вами я, Скрип Иван. Привет, мои хорошие. Эх ты, друзьяки. Шо вы нам были здоровы. Короче, Катюня. Слышишь, под эту чашечку кофе? Ай-яй-яй-яй-яй. Я приготовлю тебе замечательный омлет. Ребята, таки не побоюсь этого слова, что вы готовите не все. Пардоньте, да. Готовите омлет неправильно. Сейчас я покажу версию, которая нравится Кате больше всего. Но я бы туда, конечно, добавил немножечко лучка, чуть-чуть таки томатов, как говорят итальянцы. Она у меня любит голые, лысые яйца. Короче, сейчас сегодня... А что ты гигикаешь? Может, ты поздороваешься? Я воздушный омлет люблю. Доброго ранку, мы из Украины. Ребята, таки шалом из Одессы, мамы. Смотрите, запоминайте, сложного ничего. Надо 2 яйца, немножко молока, чуть-чуть того, немножко этого. Огромную любовь к вашей сковородке. И все, и шедевр будет готов. Слышишь, у меня этот что есть. Что, Сережа? Елисейка, у тебя что, уроки закончились? Здорово. Перемена у него. Иди фурик один, не стыдно тебе на кухне без головного убора? Ай-яй-яй, ты посмотри. У меня есть эксперимент, вчера в Инстаграме нарулил. Марату скинул. Сейчас проверим. Короче, есть мявканье, на которое сбегаются. Ой, слушай, да тебе еще лучше, чем мне. Алечка, и что? Таки футболочка прижилась. Самой Австралии на кенгуру прискакала. 14 океанов и 80 морей преодолела, чтобы доехать до этого молодого человека. Сейчас, где я Марату Джану скидывал? Катюня. Вот просто сейчас... На глазах вообще коты сбегаются. Вот слушай, короче. Сейчас, где тут у меня громкость? Смотри, вот коты... Катенька, я не знаю, займи позиции так. У нас же есть еще коты. Сережа, хорошо, я... Все коты под этот звук приходят обниматься. О, смотри! А интересно, наша та? А? Придет? Ёлки-палки. Кто? Хана. Та, вредная? Да. Ты что? Я именно что Куклачев, повелитель всех котов. Открывай двери, сейчас из Одессы будут коты сбегаться. Ты что? А кто тебе такое скинул? Вчера случайно попалась мне. Обалдеть. Я решил проверить, нажимаю, поприбегали, короче. Эх ты, друзьяки. Давайте, короче, я и на вас омлет тоже приготовлю. Что, побаловались и хватит. Я Маратику скинул, кстати, хотел, что у него там, Хайм, Йося тоже так реагирует. Ты посмотри, все пришли, а? Да это не на музыку слов кошачьих, это на мой омлет, елки-палки. Так, что нам надо? Раз яйцо, два яйцо, молоко. Елисей, ты претендуешь на мой омлет? Насчет чего? Насчет попробовать. Все ясно. Да, ставьте в покое, сегодня для мамы готовим, понял? Да. Все, а ну, кишкоблуды, кашкоблуды, раздвинули. Смотри, два яйца, и тебя тоже буду учить. Хлобысь, хлобысь. На, у тебя что, перемена сейчас? Да. Сколько? 10. Согласен, на, успеешь, выбрасывай. Два яичка. Катюня, смотри, немножко соли. Сережа, что это у тебя такое? Майя Ивановна, спасибо огромное, такую же жалку подарила. Я в шоке, короче, елки-палки. Я не знаю, чему я больше рад, вот тем тискам или вот этой штуке. Да ты что? Электрическая, перевернула, она жужжит, не перевернула, она не жужжит. Ну, здесь, короче, надо немножечко полохматить чуть-чуть перчика. Где мой венчик? А ну-ка, раздвинь. Маленький вот такой вот. Чисто ручной. Слышишь? Mm. А я что хотел сказать?
Ну, во-первых, этому секрету меня научили, когда я работал в пятизвездочном отеле. Соответственно, и ресторан был такого же уровня. Повара. Угу. Люди как закажут и говорят, что это за прелесть, кто готовил. Я говорю, обыкновенные люди, да. Так что этому секрету меня научили такие известнейшие повара во всей Одессе. Хотя секрета никакого нет. Сковородку, вот такую маленькую, это мне когда-то Наташа дала, когда я еще в холостяках бегал. Угу. Говорит, Серега, чтобы ты с голоду не помер, короче, на тебе сковородку, гоняй свои яйца, и будет все хорошо. Оказалось, такая вкуснячая. Вот это, я не знаю, что за модель, короче, ну вот что, да. Легрехрентрехен, короче, вот толстенькая, жарит омлет, ну лучше, наверное, не придумаешь. Так, что еще, смотри, вот теперь за секрет разговариваю. Сколько всего знаешь надо? Что? На глаз. На глаз? Да, смотри. Молочка вот так вот вливаю, и хватит. Теперь маленький, но немаловажный момент. Малюсенькая щепоточка соды. Да, ты кладешь мне соду в омлет? Катя, да это полезно, елки-палки. Ты что, знаешь, как она там трубы прочищает? Ты что думаешь, ты у меня в свои 60 выглядишь как девочка, елки-палки, да? А содой, знаешь, еще и лечится. Знаю, Сережа. Ну, так это, получается, тебе лекарство готовлю. Елисеюшка, сделай, Любчик, доброе дело. О, тихо, не убегайте. Вот где-то там есть мука, понял? Найди мне муку. А вчера мы же что-то готовили. А, что готовили? Шарлотку под этот чайник. Я тебе когда чайник полировал, я же тебе еще шарлоткой удивлял. Да, мука. Вот все правильно, внизу. Голубая, вот пакет. Внизу ищи туда, да. Сейчас найдем. Так, что я могу уже сковородочку поджечь? Все, пусть нагревается. Спасибо, милый друг. Буквально капелька малюсенькая. Так, муку давай в тазик вернем, потому что так из него удобнее работать. Ты уже очухал свой чайник внутри? Да, Катюша, обалдеть! Ребята, тем, кому, короче, этот, что хочу сказать. Во-первых, на самом деле, вот это мыло отмывает любую гадость в фармасе. Наконец-то он перестал вонять рыбой. Ты что, Катюшенька? Да, а это отполировало чайник до неузнаваемости. Внутри. Это именно от накипи внутри. Просто шедевр. В фармасе вы такие молодцы. Это вообще, ну я не знаю, что, ну, бюджетнее и качественнее моющих, наверное, вряд ли ты найдешь. Кому интересно, вот вам инстаграмчик. А мне очень нравится средство для посуды. Вот на самом деле. Оно все какое-то хорошее. Хорошее, да. И акцент на то, что это оригинально, никакой химии. Просто натурпродукт. И цена смешнейшая. Увидите, поймете, скажете спасибо, но не надо. Так и пользуйтесь на здоровье. Так, что еще? У тебя урок начался, беги. Все, гай-гуй. Потом посмотришь на канале Одесский Липован. Фурик на место повесить. Ты что, забыл, где у папы фурики живут? Так, мука тоже на глаз. Не знаю, но вот у меня это выглядит вот так вот. Вот так вот, да? Марат бы сейчас сказал, там, полторы ложечки и еще чуть-чуть. Ну, я думаю, что у тебя так и есть полторы ложечки, а может даже нет. Ну, просто у меня это все на глаз. Интуитивно, спасибо бабушке. Вот так вот, как это, подарила мне ген вот этот, который отвечает за глазомер. Ну? Согласна? А конечно, Сереженька. Бабушки, целую ваши ручки золотые. А, я же посмотрел сюда, Катюня. Ребята, вас ждет маленький спойлер огромного шедевра. Короче, завтра с Маратиком будем готовить. Я ему сегодня сказал, не приходи, отдыхай, потому что сил надо набраться. Угу. Сейчас такое сделаем. Вот я только омлет тебе пожарю, угу. Кофейком это все дело запьешь. Выйдем на улицу буквально на 2 минуты, там недолго. Угу. Угу. И подмаринуем то, что мы завтра будем исполнять на гриле. Короче, какой-то чемпионат в мире намечается, я чувствую, завтра. Мы полюбасу в нем победим. Так что мы будем мариновать? Интригу. Ага. А, эх ты. В субботу, говорят, плов будете в ресторане готовить. На привозе, говорят? Да. Значит, правда. Приходите. Давно мы там не исполняли. В субботу к нам, в ресторан. Королёва. Ребята, все в Архимус приходите, да. Плов поел, карасем полирнулся, все. Все, вот так вот выглядит будущий шедевр. Бачишь? Угу. Теперь самое главное. Хорошенечко раскалить сковородочку. Там немного маселка? Кать, да посмотри. По стенкам размазал и ничего нету. Может, это слить надо? Катюша? Ёшкин ты кот. Так вот и хочется переписать на тебя бразды правления вот этой вот...
локации. Ой, да ладно, Сережка, ты же в жизни не отдашь. Ну тогда не мешай мне, елки-палки. Всегда она кушает, всегда она меня хвалит. Но прежде чем я приготовлю, такие мозги вынесет. Ну что ты, как это? А тебе, а, я понял, тебе тоже бабушка ген подарила. Но не тот, ладно. В этом тоже что-то есть хорошо. Ой. Что ты лайкаешь? Ничего, уж больно ты у меня хорош. Серьезно? Ага, красивый, как когда Аполлон. Я жил в Одессе, носил я брюки клёш, соломенную шляпу, в кармане финский нож. Соломенную шляпу, в кармане финский нож. Одесса, Одесса, родная сторона, сгубила ты мальчишку, сгубила навсегда. Нет, не сгубила, а полюбила, влюбила. Эх ты, на всю жизнь слиплись, мамочка. Я таки вас люблю. Угу. Как это? От всей души с хорошим настроением. Вот так вот за всю Одессу. Ага, баба Катя вас тоже. Эх ты, эх ты. Все, нагрелась? Бачишь? Смотри, теперь газ. Опача по нолям. И аккуратненько вот так вот вливаем ребзя. Все, буквально сейчас еще пару моментов, что я вам там покажу. И омлет готов. Надо мне что? Какой-то маленький, замечательный, удивительный тарелка. Вот ты зелененькую такую брал. Нет, я хочу такую. Эту не бери. Катя. Сережа. Да я же не на счастье. Я тебе говорю, эту не бери. Ты что, вдруг она лопнет, я расстроюсь. Посмотри, куда она лопнет. Ёлки-палки, ты вот мне на Марата напоминаешь. Вот только когда морозы были, а у нас банка трехлитровая с самогонкой стояла. Он выходит и говорит: Серега, надо ее убрать. Я говорю: а чего? Стекло же на морозе лопнет. Я говорю: Марат, ну ты же в очках стоишь на улице, не лопается у тебя? Смотри, нет. Сережа, это от моего чайного трио. Опача, с нами кто-то еще живет? Чего? За что я не знаю? Ты только что чуть-чуть не проговорилась. Что такое? Что за трио? Блюдечко, чашечка и десертная тарелочка, Сереженька, у тебя в руках. А-а-а. Давай я тебе другую дам. Я видела, ты другой когда-то тоже прикрывал. Катюша, смотри. У каждого нормального повара должна быть вот такая вещь. Ты какая? Вот теперь вот. Слышишь, корочка уже взялась. Где? Ну, я тебе говорю, там уже корочка взялась. Вот так вот. Я уже чувствую, что корочка взялась. Края. Потому что стенки толстые в сковородке сейчас начнут красиво жариться вот таким вот контуром. А здесь останутся легкие сопли. Ребята, пока шедевр не зафиксировался, берите вот так вот себе аккуратненько и делайте. Не переживайте, скрэмбл не получится. Все. Это чтобы у нас одновременно все прожарилось. Все, ничего не прилипнет, так что все будет хорошо. Все. Успокоилась там. Теперь накрываем. Я не знаю. И на глаз засекаем. Ты видишь? Какой Катюша. Крышкой он себе решил закрывать омлет. Какой кошмар. Угу. Тебе что, даже для себя немножко жалко? Нет, мне не жалко. Но мне волнительно. Ты как вот тот кум, короче, в которого уже вареники не лезут. Нет, плачет и ест. Плачет и ест. Идем, кума. А что у тебя... Не, просто у меня есть буквально 3 минутки, я успею. Да? Ага. Пошли. Слышишь? Кряхтит? Да не кряхтит, это на море сейчас шторм. А это писк маяка. Стонет волна штормовая в дальние дали маня. Так не грусти, дорогая, али не ревнуй. К Черному морю меня дорог мне кубрик матросский, южное наше бытье, самое синее в мире. Черное море мое, Черное море мое. Мое. Ё-моё. Катюнька, у нас еще есть буквально там 1.5 минутки, да, я тебе буду уже украшать. Только сразу говорю, не ругай меня, поняла? Так, какой шедевр выбрать? Японский нож. Короче, черри ты целиком поешь? Да? Сереж, ты видишь, я сегодня молчу, только что-то у меня какие-то... Только воздух вырывается. Серьезно? А чего я не слышу? Из ротовой пропасти, как ты говоришь. Легкий вздох.
ты что, всегда обалдел японским ножом по нашим помидорам. Ай-яй-яй. Салатик делаешь? Можно и так сказать. Как, ты доволен? О, слышишь, зашкварчало. Все, газ можете вырубать. Сковородка дальше сама доделает. Доволен этой формочкой? Что на привозе купил? Вот этой? Да. Идеальная для шарлотки. Хорошо, что я тогда тебя не послушал. Вот я, видишь, в Инстаграме все полезное делаю. Ребята, если вы не подписаны на Инстаграм, так и обязательно подпишитесь. Во-первых, и мне приятнее будет, да, и вам будет, там есть что делать. Он там такое вытворяет. На Ютубе вы точно такого не увидите. Ага. Как это? Ну, радуюсь. Вчера так радовался, чуть-чуть. Так радовался, что я потом уснуть не могла. Серьезно? Ну, конечно. Заволновал тебя? Ой, рассмешил меня. У тебя трусики? Угу. Катенька, как это? Смех продлевает, правильно? Жизнь. Жизнь – это смех. Согласен. Слушай, сбегай, может, на улицу за пинцетом. Так тебе еще красивее будет. А тут есть. Пожалуйста. Да нет. Что? То не то. Не подходите такой? Да. Елки-палки. Что, Сереженька? Помидоры в этих толстых руках разлезаются. Что это за шумы такие пошли? Поезд поехал. А в нашу рацию слышно. Ну что, приоткроем? Слышишь? Сонька, Сонечка, сели свои перины. Ой, горячо, горячо. Целая сковорода. Катюша, из двух яиц. Это то, что ты называешь воздушным. Ты бачишь? Ребята, два яичка, ёшкин ты кот, два яичка. Ты посмотри, я не знаю, что это суфле, елки-палки. Вряд ли какой француз может это повторить. Со своей там фуагрой. У меня когда настроение плохое, он сразу же мне омлетик такой раз. Катенька. Эх ты. Что ты вот это вот повысовывала? Дорог мне кубрик матросский, южное наше бытие. Любовь моя, вот тут сейчас главное, его аккуратненько вот так вот. Опача, тихо. О, мама дорогая, я превзошел сам себя. Звони Марату. Зачем? Просто порадуйся. А ты помнишь, мы Свету угостили омлетом? А она Марату говорит: Марат, ты мне такой вкусный омлет не готовишь. Маратик, смотри видео, ничего сложного, все у тебя получится, родненький. Да ты шо? Дерзайте. Скажи мне, наверное, у нас нет, закончился староказачий, а? Закончился староказачий. Как, Катюша? Не надо, там маленький кусочек оставь Миланьке, она сильно его любит. Да моя ты хорошая, ну что ты как это, блин? Но ну мне и без сыра будет прекрасно. Кусочка сыра в доме, ё-моё. Дай хоть майонезом тебе переложу. Не, не надо. Ё-моё, ну что тебе добавить? Я за здоровый образ жизни. Закрывай. Сгущёночкой, хочешь яблоки моченые? Нет. А, чесночок маринованный от Мариночки? Нет. Эх ты, ешь давай быстрее, у меня маринад остывает. Так может уже закончим, да и я пойду себе спокойно. Ребята. Вот все для вас. Девочки, дети, да все, кто любит готовить или кто любит удивлять, удивляйте, мои хорошие, ничего сложного абсолютно. Омлет – сплошная нежность. Бон аппетит. Опача, вижу, вышло. И что, тебе было вкусно? Дуже смачно. Серьезно? Дякую. Да хватит меня хвалить, это я уподобно, мне еще надо работать. Ребята, как это? Что я хотел сказать? Спасибо, конечно, бабушке моей. Чтоб подарила мне это чувство вкуса на глаз, да. С этим у меня все, слава Богу. И спасибо Боженьке, что вот это вот подарил мне то, что делаю я на Ютубе, в Инстаграме. Для меня самый главный рецепт это залог вашего хорошего настроения. Чтобы вы смотрели наши видео и несмотря, вот что бы у вас там ни происходило, даже если у вас замечательное, великолепное настроение, чтобы оно становилось чуть-чуть лучше. Для меня это очень важно. Угу. Потому что это и есть как бы фундамент всего моего этого детища на Ютубе и в Инстаграме, что я делаю. Шо вы нам были здоровы, Катюня? Иди сюда, сейчас обалдеешь, я тебе говорю, смотри. А, Майя Ивановна, как я надраил этих диких уток. Ты посмотри, с них еще капает. Сок, да, и вот это вот тоже, смотри, качки. Ребята, это мы завтра будем готовить на гриле. Charred broil.
Ты шо, он меня аж подсвечивает. Какой хороший. Обалдеть. Если у вас такого нет, желаю, чтобы у вас был. По этому номеру телефона звоните. Я уже показала, Сережа. Катя, да показывай, не стесняйся. Эти двери никогда не устанут туда и сюда делать. Барабанная дробь. А? Это то, что осталось со вчера. Это так вкусно. Как я их люблю, голубцы. Я сильно показываю. О, еще есть что покушать. Катя, ты мы сегодня пообедаем с удовольствием, елки-палки. А даст Бог, еще маратона завтрак останется. Да ты что? Это Игорешка, тут у нас сосед есть хороший. Вот тот, что мне, короче, когда мы сюда заехали, гуся обещал. Говорит, ты гуся хотел, я тебя гуся устрою. Угу. Но он мне привез гуся. Уже патронного, да, уже осенью. И утку закинул хорошую. А я себе думаю, пиво у меня навалом. Тем более мы ездили вон то на поселок к Дрофе в гости. Из 16 видов, ну, у меня есть немножечко. Ну, для уточки хватит. Ты что, все решил туда вбулькать? Нет, не все. Я хочу вот это вот, антиимпериал сделать. Ребята, вот я еще раз говорю, это среди пива, да, среди пива, это как хороший коньяк, чтобы вы понимали, понимаешь? Я полтора стакана выпиваю и все. И все, и в хламе? Да. И уже не помнишь, что потом с тобой происходит? Помню, но пьяное оно, пьяное. Оно очень вкусное, очень вкусное. А я не пьянею. Так, что у нас есть? Тебе так кажется, Сергей? Серьезно? Ну, конечно. Какой ножик? Да любой, чтобы он был здоров. Ты сейчас будешь ее разделывать? Нет. Целиком. Шо, ты посмотри на эту домашнюю дичь. Елки-палки, ты шо? Ай-яй-яй. Смотри, железы повырезали, поэтому жопу трогать не будем. Чтобы ты не забыл. Так и она останется, да. Вкусно? А желудочки есть? Она... Не, походу, Игорь его тоже любит. Ты оставь, ты успокойся, елки-палки. Шо делаем? Запихиваем туда мандарины. Сначала. Марат сказал, обязательно. Угу. Давай я ее, смотри, у меня есть пару специй. Есть браун шугар. Браун это что, коричневый? Коричневый. Я вот эту вот лизал. Здесь тоже что-то с сахаром связанное. Давай вот этой специей ее присыпем. Какая прямо идеально вычищенная. Ты видишь вообще ни одного перышка. Да, Игорь великолепный человек, ты что? Слушай, какую тебе привезли уточку. Походу и утей щипает так же. Ничего себе, чистенькое все. Игорь, спасибо огромное. Так что... Завтра можете собираться в гости. Забегай, да. Бери свою дочь маленькую. Ульяночка ждет. Приезжайте в гости. Ага. Сутки в пиве. Мама дорогая. Короче, я ей мандаринов туда чмякну. Парочку. А, это сок? Шо? А ты не будешь туда класть вот это вот? Апельсины, да. Мандарины просто соком дам. Скажи мне, а там у нас было пару штучек айвы. Не хочешь туда положить? Катюшечка, это мы завтра, может быть. Угу. Если Марат Джан поддержит... Туда ее всунем. Сейчас это маринад. Строгий регламент. Да ты что, ты знаешь, какой Марат? Знаю. Офигеешь. Хороший человек. Любимый наш. Так, а ну-ка, наклейка, давай обратно в Африку поешь. Вот апельсины? Вот шикарные, я вчера купила. Считала. Катюша? Угу. Ты видишь, какие? Да блин, нереально, посмотри кусок. Ну ты не дави их. Ты не будешь их класть? Ай-яй-яй. Это все... пойдет сюда, включая аромат цедры, который останется в этих шкурках. Слушай, ты апельсины, где ты такие вкусные взяла? Вот я тебе сказала сразу же, что они шикарные. Я говорю, где взяла, чтобы люди тоже знали, где брать. Что, отшибло после лета? В обжоре, в обжоре. О, обжора. Хороший магазин. Да, там, кстати... И хлеб у них вкусный. Это самая девочка, кассир работает все время. Кристиночка, ёлки-палки. Она вчера ты меня палки. Обслуживала. Чтоб ты была здорова. Там такой есть продавец. Короче, вот у нас на Таирова шоу обжора. Смотри, как когда к кассе подходишь... Взбодрился сразу же. Так я же обещал, привет обещал передать и все время забываю. А потому что в голове куплеты. Обалденный человек. Ты что? Вот спасибо вот таким вот людям. И магазины имя приобретают, понимаешь? Потому что, ну как в любом ресторане, ну везде вкусно, елки-палки. Ну идут не на еду, а идут на людей. А когда у тебя еще и еда с этим совпадает делом, ты что? Это вообще уже не хочется уходить.
Кристиночка, я ваша навеки, елки-палки. Давайте обжору здесь уже в долине открывайте. О, тебе уже дрофу здесь открыть, и обжору здесь открыть. Правильно. Так ты вообще, как это, не выходить не будешь? Не, не надо, не надо. Засел и сидит. Не иногда надо. Иногда пенделями надо, как это, чтоб выехал. Не надо. Буду выезжать в Одессу, маму, елки-палки. Так, парочку туда вовнутрь засунем. Ты шо? А сейчас будет? А, соевого соуса чуть-чуть. Ой-ой-ой-ой-ой. Для не цвета, солить, да? Для вкуса. Не-не, какой солить? Катюня? Да вот оно как стоит, куда подожди, ты мечешься? Подожди, я же забыл, елки-палки, для всех людей, ребята. Ну вот скажите мне по правде. Ну есть на свете лучше рын, да? Чем этот малиновый звон. Я их разные передолбил, но это что-то с чем-то. Шедевр. Такие у нас на барахолочке был найден. А ты планируешь на эти выходные на барахолочку? Да, хочу. Катенька, сейчас будет такое. Сереженька, ты перепутал дырочки. Балда, я себе дырочки перепутал, у нас бы детей не было, елки-палки. Все нормально, просто я... Сереж, поливай пиву, утку пивом, молча. Слышишь, тут может 2 литра и не хватить. Ну так он у тебя. Видимо-невидимо. Ну а тоже надо тоже под рецепт внутримышечно принимать? Меньше выпьешь. О, давай еще, наверное, бутылочку, да? Эх ты, дрофа, что вы были здоровы, видите? Видите, как ради шедевра пива? Ничего не жалко. Давай вторую темного бахнем туда, давай. Да? Угу. Это тоже Milk Stout, несмотря на то, что она темная, елки-палки, на молоке вкуснячая. Аж дым идет. В темном пиве. Посмотри на эти мурашки. Катенька, ну ты способная, конечно, у меня. Ты что такое снимать? Ты посмотри, она уже маринуется, ёшкин ты кот. Ай-яй-яй. Я вот сразу думаю, что завтра с этим маринадом делать? Ну выпьешь. Ну я тоже сейчас так думаю, может я профильтрую, конечно, плюс специи, конечно, плюс цитрусы, ёлки-палки. Ты не конечно, может я новый... Нет, конечно. Может я 17-й сорт в дрофе придумал я только что. Я сегодня пойду сорбик себе куплю. Фистал и что-нибудь от запоров еще да, там возьми. Не, пусть лежит. У тебя как раз с запорами проблем не будет. И скорую вызови на всякий пожарный, пусть там рядом постоят. Такое себе. Не знаю, там пригодятся или нет, но точно покормим. Все, успокойся. Я не могу больше уже. Ай-яй-яй. Все, я уже тоже не могу, так что, друзьяки, от всей души с хорошим настроением для вас. Что-то там жарил, что-то мариновал. Одесский Липован. Встретимся завтра. Да, всем пока-пока и хорошего настроения. Чао. Уи-ха, you nobody know. Эх, если бы не в город сегодня ехать, я бы как дал бы сейчас эту троечку в себя. Эх, ты. Сереж, ну и не, там не позорься. Ну ты же не выпиваешь троечку. Что ты вот это вот... Ну, по крайней мере, хотя бы попытался, понимаешь? Ты что еще снимаешь? Вырубай давай, это уже не для съемки. Да вырубай, говорю.